125 боксеров вышли на ринг городского открытого турнира, чтобы сразиться за чемпионские медали. Бои проходили среди юношей и девушек в различных весовых и возрастных категориях, от 9-летних ребят до взрослых. Турнир стал итоговой проверкой для спортсменов, ведь здесь нужно было показать все, чему они научились за прошедший учебный год. У спортсменов самое главное – мотивация. Вот мы конкретно перед ними ставили задачу. Вы тренируетесь в течение года, и в конце вы проводите достаточно крупные соревнования. Вот так и есть. Сегодня посмотрим, что стоят их навыки. Сами бои проходили в детском образовательном центре «Кириллица». Здесь специалисты проводят не только обучение детей, но и организовывают воспитательную работу. На территории центра действует несколько спортивных секций, в том числе и боксерская, воспитанники которой смогли завоевать несколько медалей. Вот это основной воспитательный процесс, это наша основная функция нашего центра. Поэтому мы очень рады, что он проходит у нас. Мы очень рады, что у нас много детей и наших личных воспитанников, которые занимают достаточно приличные места. И чемпионы Приволжского федерального округа стали. И у нас все впереди. Планируется, что турнир станет доброй традицией и с каждым годом будет привлекать все больше спортсменов. Ведь соревнования вошли в официальный календарь федерации. А это значит, что ребята смогут получить по итогам турнира соответствующие спортивные звания и категории. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События.